По словам председателя профсоюзного комитета акционерного общества «Моторсич» Михаила Труша, у него буквально дух захватывает, когда он видит колонну моторовских автобусов, которые везут детей из оздоровительного лагеря. Эти ребята вернулись из лагеря имени Гагарина. И восторгу их нет предела. Очень понравилось, лагерь классный, вожатые самые лучшие у нас были. Мероприятие все очень сильно понравилось, я бы еще туда поехала. Меня Надя зовут. Я в лагере уже 10 лет, и мне очень нравится. Я передаю всем большим привет, кто остался. Лагерь просто замечательный, вожатые мероприятия, персонал, просто все отлично, все замечательно. Приехав в Запорожье, мальчишки и девчонки не спешат расходиться по домам. Чувствуется, что они очень подружились. Им еще хоть чуть-чуть хочется побыть вместе. Это правда, что вот дети, расставаясь, действительно плачут? Мама. Да, плачут. Конечно же. Привыкли, они нас называли родителями, мама, папа, мы им заменяли их однозначно. Какие-нибудь вот случались у вас такие вот хорошие, такие романтические истории? О, постоянно, чуть ли не каждый день. Как вы справляетесь? Как вы боретесь? Мы с ними не боремся, мы их любим. Гагаринские каникулы – это всегда праздник, веселье и море позитива. Чтобы дети так воспринимали свой любимый лагерь, взрослым нужно хорошо потрудиться и каждый раз придумывать для ребят что-то новенькое. У нас были интересные конкурсы, у нас был интересный КВН, у нас был летний Новый год, у нас был шикарный Нептун, у нас было все. У нас было море смеха, море позитивных эмоций, у нас был самый настоящий детский отдых. Счастливый, безоблачный, у нас было солнце, море и счастливое детство. Все три смены прошли на ура, потому что всю зиму и всю весну очень плодотворно работали с помощью мотора. Сделали очень много, сделали качественно и сделали хорошо. Плюс в этом году сделали ставку на молодых специалистов. Это педколледжи университета Мелитопольского и нашего Запорожского, которые проходили практику, которые с новыми идеями, И чем характерно, что в это лето работали на положительные эмоции и на позитив. На позитив, похоже, настроены не только дети, но и их родители. Работники предприятия «Моторсич» знают, какие бы события ни потрясали нашу страну, заводской профсоюзный комитет всегда придет на помощь. У меня двое детвору забираю с лагеря. Вот ребенок старший, Надя, вы с ней общались, а она вот последний год у меня в лагерь съездила вообще. Впечатлений у нее куча. И вот каждый год тут именно в Гагарина ездим. То есть мотор позволяет себе оздоравливать детей? Конечно, путевки достаем беспроблемно. У нас такого нет, чтобы не дали путевок. И недорого? Недорого. Всего 1800 ребят по недорогим путевкам отдохнуло в течение трех летних смен нынешнего года в детских оздоровительных лагерях имени Юрия Гагарина и «Маяк». Причем, как рассказали нам в профсоюзном комитете, никому из работников предприятия «Моторсич» в путевках не было отказано. Кроме того, в санатории-профилактории в Андреевке было организовано три заезда матери и ребенка, а сотни других моторовских родителей имеют возможность оздоровить своих детей в замечательных приморских здравницах «Прибой» и «Мотор». Как же тут не поблагодарить правком и родной завод? Спасибо, «Моторсич»!